Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. В СМИ появилась информация о том, что у Олега Газманова якобы финансовые проблемы. Речь идет о счетах двух принадлежащих артисту компаний, которые, по данным источников, заблокировала налоговая служба. В сети опубликованы данные о крупных финансовых проблемах у певца Олега Газманова. По данным телеграм-канала Мэш, продюсерская компания артиста Процентр не смогла покрыть ремонт в офисе. Фонд капитального строительства подал в иск в суд на компанию на 29 тысяч рублей. Пока артист не комментирует информацию, представитель Олега Газманова тоже не понимает, откуда пошла такая новость. Сын певца считает сообщение домыслами. Однако, по информации из открытых источников, компания Газманов Продакшн закрылась еще до пандемии коронавируса из-за финансовых убытков. Так что серьезные финансовые проблемы у артиста явно намечаются. Он также рассказывал, что из-за эпидемии коронавируса у него отменилось 100 концертов. Ранее в интервью Газманов и вовсе отрицал наличие у него бизнеса. Что касается Процентра, то им руководила его жена Марина Муравьева-Газманова. В разговоре с телепрограмма ПРО она не стала опровергать информацию СМИ о блокировке счетов артиста. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!